30 июля, пятница, утро 8.30, и Анюшка представляет серию репортажей. Именно с этого репортажа начнется очень интересные, захватывающие сюжеты морского похода вдоль берега до курортного. Курортная, жди, Орешка. Сегодня около 12-13, так планирую выход. Это 11-14 километров, где-то так, по подсчетам некоторых. Так, я уже все посмотрю, оценю сам и поделюсь с вами. Планируется также видеосъемка, трансляция. В общем, будет интересно. Цель похода — взять вещи, которые на турбазе Приморск в курортном необходимые мне, мои, которые я так оставлял каждый год и потом не перевозил лишний раз. Ну и встретиться со своими друзьями, посмотреть на курортное, показать несколько сюжетов, репортажей, может, побольше видео сделать. Так, прогуляться, не знаю сколько, как это на сутки я планирую, выйти в обед, а завтра сюда вернуться также в обед. Насколько это, как это все получится, будем посмотреть. Я думаю, что все получится. Что меня ждет, какие приключения, это уже пожалуйста. Конечно, было бы мне приятно, кто сейчас отдыхает в курортном, на косе, Орешек, вот таким криком, пожалуйста, встречайте, и мне будет интересно. Ну и короткое интервью, кто вы, что вы, откуда, когда смотрите, когда подписались. Что так, что не так, это также мне нравится. Поэтому вот давайте вместе сделаем такие интересные репортажи. Я думаю, что с удовольствием их все посмотрят. Сомневаюсь, что кто-то осмелился бы на такой поход. Но Лысенко Вячеслав, вот мой друг, также зритель, говорит 14 километров. Ну, я так спрашиваю, 11, ну, в общем, давайте так, 13-12,5 километров. В среднем неохота мне замерять, там шаги считать, это уже было бы круто, чересчур. Так что где-то так на глаз. Ну, до Сергеевки, так думаю, тут пару километров. Ну и от Сергеевки уже, я думаю, часа два займет у меня дорога. Поэтому я так, утренний репортаж, что было у Евы день рождения вчера было, и у Володи, вот, Орешек поздравлял вчера. Ну и сегодня видим шарики красивые. Поэтому так все я планирую. Ветерок легкий есть. Прохладненький так ветерок, по ощущениям, плюс 22. Где-то так утро у нас получается. Ну, я думаю, к обеду солнце раскочегарится. И как раз где-то в этот момент. Ну, такое время выбрал. Ну, тут надо также быть. И, в общем, лучший вариант именно сегодня и сейчас. Я думаю, сейчас в курортном аншлаг, также многие посмотрят это видео, ну и многим также будет интересно, не правда ли? Поэтому я так заранее показываю, что рассказываю, что было интересно. Ну что, в добрый путь, пожалуйста, я запускаю это видео, сейчас увидите. Ну и я готовлюсь потихоньку, да. Тут процесс идет безостановочный, так у меня. Тут все налажил уже более-менее процесс, но надо еще утвердить все еще лишний раз, поэтому тут все будет хорошо, я в этом уверен. Море спокойное, температуру еще море не мерил, это мы уже по ходу, по косе. Так что встречайте, Орешка курортная, не терпится побывать, прогуляться, посмотреть и пообщаться. Корсеньте мне, вот у клуба, санатория, тоже бы заглянул с удовольствием, посмотрю по времени, как получается, сколько займет дорога, какие ждут встречи. В общем, будет интересно. Орешка с вами, Мальта, Бугас, Затока. В 12, так, может в 12.30 выход, ну до часу я так планирую выйти, а там будем посмотреть. Ну, ждите, подписывайтесь, лайки. До побачення. Встретимся в курортном на косе. Давайте, ребятки, ненадолго. Ждите новых, свежих, интересных репортажей от Орешка.
Yes! Wow!